Анатолий Бедняков, студент энергетического колледжа. Говорит, давно мечтал стать донором, поэтому, как только ему исполнилось 18, сразу же отправился сдавать кровь. Юноше нравится оказывать поддержку людям. Рассказывает, теперь решил сдавать кровь регулярно. Мне на душе приятно очень, что я сдал кровь, и это очень хорошее, благое дело. Оксана Богданова – донор со стажем. Старается не пропускать ни одной акции. Делится. После этого чувствуешь себя замечательно. Приятно сознавать, что твоя помощь нужна людям. Удовлетворение, наверное. И радость за то, что можно кому-то помочь. Акция, посвященная Дню донора, стала в Ленинском районе Самары традиционной. Она проводится третий год. Сегодня сдать кровь пришли более 100 человек. Найти передвижной пункт было несложно. Внимание прохожих привлекала яркая фотозона с аниматором в костюме сердца. После сдачи крови донорам предложили согреться теплым чаем с пиццей и побывать на выставке «Скульптура малых форм» и «Гобелен» в музее Алабино. И мы благодарны всем участникам этой акции, которые приходят и сдают кровь для спасения других людей. Организация таких дней, да, она очень полезна не только, допустим, для больных, которым будет переливаться кровь, но это для молодежи. Мы же должны воспитывать молодежь на каких-то там положительных примерах. Чтобы сдать кровь, нужно быть совершеннолетним и захватить с собой паспорт. 25 и 26 сентября мобильная станция переливания крови будет работать возле Аэрокосмического университета. Никита Борисов, Николай Епифанов. События.